Между тем, трое подростков, пострадавшие в перестрелке в Таразе, до сих пор находятся в больнице. По словам врачей, во время операции у парней извлекли 6 пуль. Как рассказали врачи, внутренние органы не повреждены. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Напомню, инцидент произошел 15 апреля. Один из пострадавших повздорил с ровесниками и назначил встречу для разборок. Уже на месте к пятерым подросткам подъехала машина, из окна которой открыли огонь. В больницу попали трое школьников 16 и 17 лет. Один ребенок получил ранение в подбородок, шею, два запястья и два бедра. Когда дети поступили в больницу, им оказали первое хирургическое лечение. Они получили полную медицинскую помощь. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.